Мичурин был еще молод. Но давно все его дни, помыслы, его мечты, силы, любовь, все было отдано навсегда одному – саду. Мичурин не получал ниоткуда помощи в своей работе. Все делалось в его саду его собственными руками, руками Александры Васильевны, его жены и друга, руками Терентия, верного помощника. Чтобы не умереть от голода, Мичурин чинил часы горожанам, урывая для этого драгоценное время от занятий в саду. Смутной чередой тянулись годы упорного, вдохновенного, тяжелого труда. Труда и нужды. Нужда была непреложной и горькой спутницей дней его. Но Мичурин знал, что все это только начало пути, на который он встал. Весной выходили из-под снега грядки с сеянцами. Начинались новые заботы и огорчения. Самое обидное, Саша, знаешь в чем? Вот то, что мы ухлопали на добывание семян, на землю, сеянцы, опыты, это даже не половина, это четверть дела. Самое трудное и дорогое впереди. Я приоткрыл лишь узенькую щелочку в тайны природы и понял, как я слаб и жалок. Ну что я знаю? Нет, не клевещи на себя. Ты знаешь больше всех. Нет, это не то, это скорее вихрь интуиции. Пока я знаю только одно, что это все никуда не годится. Что? Это все ошибка. Ты сумасшедший. Опомнись. Вспомни, что иностранцы говорили. В мире подобного нет. Да много понимают твои иностранцы. У тебя все бездари дураки. Ты сам себе не доверяешь. Саша, я прошу сострадания, а не критики. Ну? Ну так вот, этот сад я решил перенести в другое место. Но ведь раз уже переносили... Не туда перенесли, придется еще раз. Ну что же ты молчишь? Я согласна. Слава Богу, за 10 лет хоть это поняли. Как тебе не стыдно, Иван? Да не то, чтобы стыдно. Я голову готов себе разбить о дерево. Как я себе надоел. Ну что ты поделаешь, если не хватает прозорливости сообразить все сразу? Ведь почва-то жирна. Вот и получаются не гибриды, а черт знает что. Борчуки холода боятся. А куда переносить-то? Да в Донскую слободу. Там этот казнократ Агапов продает участок. Чудная почва. Тощие песочки, овражки. Но ведь там же водой заливают. Да не уж, если там выживет, так это будет дерево, а не тепличный паразит. Да. Там, кстати, сарайчик есть на первое время пожить. А деньги? Ведь на хлебе сидим. Дети. Подумай о детях, Иван. Я думаю о детях. О ком же мне думать? Все, что я делаю для детей. Когда-нибудь они придут в мой сад. Как жалок мир. Как ненавижу я ничтожество и умственную лень. Ольха, осина, ель, ракита, куда ни гляну, все не так, все нечеловеческое. Божья. Яблоня, яблоня, что же нам делать? В
холодной слепоте из самых испокон веков застыл огромный север без счастья, цвета и плода. Яблоко лакомства и наград песенное слово. Ужель не суждено нам победить? Ужель не доживу до тех времен, когда исчезнет древобоязнь в народе, древоненавистничество и темнота, когда не еловая шишка, а плод твой станет забавою ребенка, и не закону Божию, а разведению плодов, как арифметики, истории, правописанию будут обучать в каждой школе. Как это просто! Как абсолютно просто! Дайте мне мир на 100 лет! Мичурин перенес свой сад в Донскую слободу, на бедную суровую почву. Они таскали молодые деревья просто на спине. Сколько было поднято тяжести, сколько выкопано ям. Но больше половины деревьев погибло при пересадке. Много саженцев пропало от весеннего наводнения. Бедность стучалась в дверь все настойчивее. Не на что было развивать питомник. Мичурин обратился, наконец, в министерство за помощью. Месяцы, годы ходила докладная записка Мичурина по канцеляриям царского департамента земледелия. Гонимый нуждой, Мичурин не выдержал и начал сам обивать пороги министерских канцелярий, возбуждая насмешки чиновников своим неказистым видом. Помощи он не получил. Он все больше и больше сил отдавал своему саду. Все эти годы Мичурин работал на грядках, все весны, лето, над произведениями рук своих. Все, что делалось, писалось, говорилось в мире, все происходившее рядом в его домике, все, казалось, проходило незамеченным мимо него. И то, как трудно доставался хлеб и чай, как вырастали дети, и как отчаяние не раз стучалось в двери, и несогласие томило души домочадцев. Было утро. Александра Васильевна собралась в церковь. Проходя садом, она остановилась у грядки, над которой продолжал трудиться Терентий, и огляделась. Ну вот, и новый сад на новом месте. Не верится глазам, что это мы его перенесли сюда, руками этими. Вот этими руками. Что продавать, Терентий? Все уже продали. Пусть будет сад ему на счастье. Я так рада, Терентий. А что продавать, не соображу. Помнишь, когда в ту весну ночью в дождь мы все втроем свалились в ров с водою? Ты тогда проклинал дорогу в темноте и грязи. Помнишь, что он сказал? Ну, известно, что дурак. Что от него услышишь? Нет, он сказал, дурак, это дорога к бессмертию. А вы меня бессмертием не кормите. Что на базар тащить мне завтра? Ну, что-нибудь такое, чтобы он не заметил. Кресло, что ли? Ничего ты не видишь. Темна твоя душа. Глупости все это и суета. Я человек простой, и бежать мне за вами в фантазии нет расчета. Вы мне картошки дайте. Мне нужно что-нибудь такое, что вот весной посадил, а осенью кушай. Картошка, репа, огурец, говядина. А фрукты что, вода? Ищи, где она, когда-то вырастет.
а вырастет, изволь-ка угадать, который, ежели не вымерзнет, а там и помирать пора. То, что ты говоришь, ужасно. И ты этого ему никогда. Нет, нет, ему-то не скажу до смерти. Пускай уж так уж мне судилось. Эх, пошел бы на войну. Лета не позволяют. Что ж продавать-то? Саша! Саша! Ты что? Тебе что-нибудь показалось? А? Нет. Ну, значит, я пошла. Хорошо. Постой, погоди. Между прочим, это как его? Что? Забыл. Что-то хотел сказать, и вдруг забыл. Что же это такое хотел сказать? Ну, я пойду, Иван. Что же это такое? Позвольте. Какой мне приснился странный сон. Какая-то свадьба, и мы выдавали замуж дочку, а она вишня. Потом все музыка, музыка, музыка. Потом, гляжу, она не вишня, а японская черемуха. Это ты опять думал что-то? Нет, я спал. Это что, это у нас сегодня или завтра? Сегодня. То есть как, сегодня? Да. Война объявлена, Иван. Да, да, война, но я уже не могу иначе, поняла? Нет, это ты меня не понял. Я говорю, Германия объявила войну. Вильгельм. Вильгельм? Ах, это тот, немецкий. Ну, ничего, ничего, Россия страна немцеупорная. Позвольте, позвольте, что же это я хотел сказать? Здравствуйте, Александра Васильевна. Добрый день, Иван Владимирович. Подождите, подождите, подождите. Иван Владимирович, очень важные вещи произошли в мире. Подождите! Иван Владимирович, война. И сегодня впервые за 25 лет вам нет писем. Сейчас, 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 одну минуточку. Странно. Ну, значит, я пойду. В часа 4 ты пообедаешь. Да что ты на меня так смотришь? Это у меня стеклянная голова. Пойди сюда. Смотри. Видишь, что делается? Снова нет? Нет. Значит, все эти годы пропали даром. Как? Я сказал нет, а это очень много. Но... Что оно? Ничего, ничего. Ошибка. А это очень много, милая моя. Тысячи дураков вроде меня столетиями повторяют ее. А все от чего? От косности ума, от вялости духа. Терентий! Ага, иду. Как климатизация, климатизация. Какая чепуха. И вот знаю же, что ничего не получится, и сею. Какая сила инерции заложена в человеке. Смотри, Терентий, вот они, южные бурчуки. Сколько ухода, отбора, вымерзли к лешему. А волка сколь не корми, он все в лес смотрит. Я вам говорил, бросьте, говорю, все равно ничего. Ну, не я вам говорил, вы мне говорили. А, профессор? Да, слышал я. Ну, успокойся. Ну, говори, что ж теперь нам делать? Буду делать новые деревья. Совершенно новые. Сашенька, представь себе дерево, на котором растут вишни гроздьями, как у черемухи. Довольно. Природа. Подумаешь, богиня красоты. Мне не надо ее подачек. Я человек, Саша. Я должен создать растение лучше природы. Ты это говоришь в сотый раз. То было другое, а это совсем другое. Понятно? Да. Да. Но ты согласна? Да. Нет. Саша, дай я поцелую твои руки. Они грязные. Хорошие, шершавые руки. Только ты успокойся, успокойся. Ну, посмотри, птицы летят. Боже мой, летят. Журавлики. Вот так, сыновья мои, полетели на Карпаты, и нету сыновей. Довольно расточать фимиам. Все понял. Летят.
летят журавлики. Ну, значит, я пошла. Федор Кузьмич, пошли. Все понял. Теперь только бы хватило жизни. Саша, остановись! Саша, не уходи! Нет, я должна. Ты куда идешь? На исповедь? Да, я говею. Скажи мне, когда ты будешь там стоять у него в притворе, и он спросит тебя о грехах, что ты ответишь? Я не знаю, я не думала. Я там подумаю и скажу ему. Не говори грешна, скажи святая. Не пугай меня, Иван. Скажи, я святая русская женщина. Скажи, нет у меня прегрешений. Скажи, не грехами богатая, а мозолями. Не заблуждения и соблазны текчают меня, а бремя нужды и трудов. Мне дорого бремя, Иван. Скажи, ветха одежда моя, и пальцы рук моих шершавы, но мысли мои добрые. Множество мыслей, которые ты мне дал, Иван. Что Богу нужно от тебя? Молитва. Уныние. А Христофору нужна слабость твоя и унижение. Останься. Нет. Если чувствуешь потребность, здесь молись. Исповедуйся перед небом, птицами. Но я должна. Там тебя снова будет угнетать Христофор. Войною, мором, холерою, моим безверием. Я не боюсь. Но если он спросит о тебе... Ага. Скажи, что я продолжаю. Скажи, я восстал бесповоротно. А если он станет угрожать анафемы твоему имени? Если он предаст тебя анафеме? Скажи, что имя мое уже почти победило, что уже вижу сны на пороге непостижимого. Как странно ты говоришь. Таким я тебя еще не знала. Мне даже страшно стало. Останься! Нет! Иду! Стояла осень. Ветер сдувал с яблони груш пожелтевшие листья, кружил их в воздухе. Улетали птицы на юг. Александра Васильевна лежала в постели больная, белее снега. Терентий ушел за доктором. Мичурин работал за столом, погруженный в трудные, сложнейшие свои наблюдения и размышления. Саша, то, что я тебе сейчас прочту, это закон на долгие времена. Вот над чем билась все время моя мысль. Запомни этот счастливый день, Саша. Помню, Иван, помню все дни. Сашенька, у меня сейчас в голове такая ясность, так далеко вижу. Слушай. Иван. Иван Владимирович. Прощайте. Ну что ты? Что ты? Успокойся. Ради Бога, успокойся. Терентий. Нету доктора. Уехали на охоту. Тише. Что в саду? Осень. Барометр. Нет. Я спрашиваю о птицах. Птицы улетели. Ах. Говорил я тебе, не ходи. Тихо. Иди. Работай. Нет, ничего. Посижу здесь. Вот. Столько лет работали вместе, и вдруг вот
Ну, что же делать? Что же делать? Страшно мне. Страшно. Он сказал. Кто? Отец Христофор. Что? Если ты не прекратишь, он проклянет себя. Да плевал я на его проклятие, слышишь? Плевал вместе с его синклитом. Только ради бога, успокойся. Иван Владимирович, умираю. Что ты? Умираю. Не надо. Зачем ты так думаешь? Воспоминания заполнили весь дом. Распадается время. И свет. Где ты? Я здесь. Ты видишь меня? Вижу. Они шли, обнявшись по цветущему саду. Молодой Мичурин, юная Александра Васильевна. Ты стоишь передо мною в цвету, молодой, счастливый. Ты обнимаешь меня. Я слышу твой голос. Иван, вспомни, пока не погас мой свет, что ты сказал мне тогда? Я сказал, дорогая моя, мы проживем нашу жизнь не так, как все, совершенно иначе. Верю, милый мой. Мы будем двигать науку и превратим землю в рай. Нашу ивовую, да осиновую Россию мы превратим в сад такой прекрасный, какой никогда не снился людям. Ты слышишь, как бьется мое сердце? Какой ты красивый! Какая ты красивая! Милый мой! Милая моя! Хочу, чтобы за всю нашу жизнь мы не сказали друг другу ни одного неласкового слова. И я? Никогда. Никогда. Жизнь так прекрасна. Да. И так все ясно. Все самое главное в ней. И вот пронести это чувство, это понимание через решительно все преграды. Правда, Боже мой, и только это. Дай мне слово. Даю. На всю жизнь. На всю жизнь. Дай воды. Как пожелтело у меня в глазах. Саша, прости меня, что я всю жизнь не принадлежал ни тебе, а деревьям. Ты принадлежал деревьям. Они мои творения. Прощаю. Великий ты человек и страдали. Не надо, Сашенька, не надо. Прости ты всех по великости своей. Прости отца Христофора. Христофора? Прощай. Ни за что. Саша! 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 Александра Васильевна, приведи
Христофора. Александра Васильевна скончалась. Господи! Перед смертью просила простить вас. Позвольте, это как понимать? Вам лучше знать, пастырь. Успокойтесь. Вы потрясены. Мужайтесь, мужайтесь. Мужайтесь вы теперь. Перед принятием прощения, имеете ли вы мужество сказать, что не была она умерщвлена у вас неосторожным смертоносным словом? Нет. Что нет? Не была. Не была угнетена? Нет. Испугана? Нет. Повержена в смятение? Нет. Отчаяние? Нет. Ужас? Нет. Что не угрожали вы ей проклятием моего имени, трудов, долготерпения, самоотречения? Нет. Я ухожу в сад. Я не простил вас. Нет у меня величия ее души. Мичурин сидел, склонив голову у старых клавесин, которым в редкие свободные минуты любила присаживаться Александра Васильевна. Смерть жены поразила его не сразу. Медленно вползала тоска в суровое старое сердце, оседала в нем и подавляла его по ночам в одиночестве. В эти дни Мичурин не работал, как обычно, по вечерам. Не читал, не писал писем, раскиданным по всему свету своим последователям, и не починял ничьих часов. Саша, мученица моя, ушла ты, и нет тебя. И каждый день передо мной, крест передо мной. Ах, Саша, Саша. Кто там? Терентий, ты пьян? Кто пьян? Терентий, как ты смел? Разрешите. Наука одолевает природу. Или природа преодолевает науку? А? Я тебя спрашиваю. Терентий, говори, кто тебя напоил? Антихрист. Довольно. Вы дьявол, Иван Владимирович. Анафема. Довольно, Терентий. А я не Терентий, я... Слуга дьявола, вот вы дьявол есть. Глупости. Перестань, Терентий. Дай я тебя плюну два раза. Терентий. Ах ты, царепадус гибрид. Из-за тебя я попал в ад. Ах ты, Каин, проклятый.
какая. Терентий, говори, кто тебя напоил. А я не Терентий, я приспешник анафемы. Бедная душенька наша. Александра Васильевна, голубушка, погубил тебя этот... Убью. Я убью тебя. Терентий! Но вот наступило утро. Мичурин у своего стола начал разбирать принесенную в починку гармошку. Терентий! Слушай, Иван Владимирович. Терентий. Ага. Ты боишься страшного суда? Нет, Иван Владимирович, вот крест святой не боюсь. Врешь, боишься. Ада боишься. А чего бояться, Иван Владимирович? Я уж решил, ежели страдать, так с вами до конца. А, пожалуйста, живут же люди в аду. Иван Владимирович, голубчик, простите вы меня, дурака старого. Вот ты меня вчера Каином обозвал. Не надо, Иван Владимирович, голубчик, простите вы меня, ради Христа, простите. Ну, ладно. Отнеси гармонь Петухову, получи полтинник. Слушай, Иван Владимирович. Постой, погоди. А? Говори, где пил? О, у городского головы, в прихожей. Там вчерась приезжего профессора принимали. К вам из Петербурга послан. Ах, вот оно что. Да-да. Эх, суета. Пожалуйста. Господин Мичурин? Нет, они там сейчас вышли. Пожалуйте пальто. Только не советую вам, господин профессор, задавать им пустых вопросов. Они сегодня очень не в духе. Вы им сперва про науку, и вот они идут. Разрешите представиться? Профессор Карташов. Евгений Григорьевич. Иван Мичурин, часовых дел мастер. Как? С веселым похмельем вас. Откуда прибыли? Из какого царства? Кто вас прислал ко мне? И почему так поздно? Какие пропасти вы преодолели на пути ко мне? Какие злые силы преграждали вам путь? Умственная лень? Гордость? Высокомерие? Чревоугодие? Блуд? Я не понимаю. Я очень жалею. Но поспешим в сад. Мое время кратко, да и цветы зовут. Терентий, подай пальто господину. Слушай, Иван Владимирович, пожалуйста. Шли годы. Все их Мичурин отдавал своему саду. На деревьях одни цветы сменялись другими, распускались и увядали, оставив семена в плодах. Ветки покрывались снегом, потом снова цветами, и полновесный плод падал на землю. Мичурин постарел и посидел. Нужно было совершиться Великой Октябрьской революции, чтобы после 40 с лишним лет прозябания Мичурин стал, наконец, известен широким народным кругам, а его долгие опыты по получению новых культур были признаны имеющими огромное государственное значение. Октябрь совершил и в этой области такое же чудо, как и в других. За несколько лет в Козлове перебывали садоводы со всего Союза. У Мичурина появились научные сотрудники. Великий Ленин вспомнил о Мичурине, и он был вызван в Москву для доклада. Но у Мичурина не были закончены исключительной важности опыты, требовавшие знания всех пройденных этапов. К тому же он был болен. Его сотрудники нетерпеливо, с волнением ожидали, как он решит, что скажет. Иван Владимирович. Иван Владимирович. Товарищи, нет. Что нет?
А вот то, что вы думаете, нет. Ирина Ильич, вы сознаете, что вы говорите? Да. Ведь Ленин вас ждет. Не учите меня. Иван Владимирович, ведь Ленин вас ждет. Не учите меня, говорят вам. Ничего он не ждет. Детское ваше воображение. Вы думаете, ему делать нечего. Ему мои гибриды в голове. Ведь страна какая. Полмира. Революция. Дышать некогда. Как же я так явлюсь к нему и буду отнимать у него дорогое время? Что вы понимаете? Он, очевидно, случайно, из любезности, как хороший человек, написал, дескать, приезжайте. Что вы понимаете? А я вот, вот так и заявлюсь к нему. Здравствуйте, тамбовские приехали гибриды. Вы глубоко ошибаетесь, Иван Владимирович. Нет, нет, нет. Мое дело грядка, а не доклады там в совнаркоме. Да, и потом вот. Что? Нет. Вот ты, Рябов, приезжай в Москву, сделаешь доклад в академии для наркомзема. Но не дальше. А к Ленину я запрещаю Иван, вам. Иван, успокойтесь. Успокойтесь, Иван Владимирович. Был вечер. Мичурин в своем кабинете, больной, думал над тем, что он должен написать Ленину. Дорогой товарищ, я не приеду к вам. Я опоздал. Стар, слаб уже. Помощники молоды, а недоделанного так много, я уже не в силах оторваться. Не судилось мне счастье свидания с вами. Не трибуна суждена мне, а грядка. Здесь держат меня убогие произведения мои вот уже полстолетия. Приезжайте к нам сюда помечтать о судьбе человечества. Вы себе не представляете, как здесь хорошо. Только природа сурова и зла. Когда морозы скуют российские реки, птицы падают на лету. Дорогой Владимир Ильич, товарищ, зима 1924 года была лютая. Трещали деревья в лесах, погибали сады. Мичурин, больной, лежал в занесенном снегом домике. В саду с утра кипела работа. Заваливали деревья снегом, укрывали соломой сеянцы.
Птицы мерзнут на лету. Огонь? Уж подлинный огонь. Таких морозов во всем свете не сыщешь нигде. Хоть бы ученые придумали что. Погибнет сад. Мороз — это бич садов. А наш говорит, что мороз не враг садоводу, а главный судья и ревизор умения. Вот пойди разберись. Товарищи, смотрите, Иван Владимирович идет. Иван Владимирович, что с вами? Кто обещал не выходить на холод? Наденьте шапку. Снимите шапки. Не мороз это бедствие. Что вы делаете? Снимите шапки. Все снимите. Все человечество. Что с ним? Не знаю. Что случилось? Говорите скорее. Ленин умер. За 7 лет он сделал больше добра, чем все великие люди мира за 10 столетий. И нет его. Как же это он умер? Ученые, что же это вы? Не приедет. Не приедет в наш сад великий мечтатель. Нет его. Холод смерти против разума тепла. Владимир Ильич, как же это ты? Всемирная бесконечная война. 50 лет я верил здесь, но не дерзал, не хватало смелости. Природа неизменна. Природа против нас. Пойдем же и мы на борьбу с природой за дело Ленина. Проверим себя, большевики мы или нет. Товарищи, в честь и во имя бессмертия человека, который вывел нашу страну на первое место в истории, дерзнем. Товарищи, приказываю предоставить сад морозу, снять утепление, разметать наметы. И пусть живет то, чему надлежит жить, и не дадим замерзнуть тому, чему надлежало замерзнуть. Ленин с нами, Ленин есть. Вроде был брошен, и человек победил в этой борьбе. Когда пришла весна, расцвел Мичуринский сад. Все 800 видов и разновидностей плодовых, ягодных, огородных, декоративных растений, яблони, груши, вишни, сливы, все, какие ни на есть в мире крыжовники, земляники, томаты, розы, винограды, невиданные диковинные сорта, созданные Мичуриным, все слилось в одну цветущую семью в этом удивительном саду. Здесь торжествовала человеческая мысль, творческое вдохновение, и человек был властелином природы. В саду кипела работа, Мичурин сидел на складном стуле возле небольшого деревца и внимательно его разглядывал.
появилась группа молодежи во главе с профессором Карташовым. Молодежь шумно расположилась на траве. Мичурин, худой, сгорбленный и все еще высокий, подошел к новым пришельцам. Здравствуйте, дорогой Иван Владимирович. Здравствуйте. Это что, ваша молодежь? Как же, как же. Я Мичурин. Почему со мной не поздоровались? Господин профессор, почему эти граждане со мной не поздоровались? Я думаю, это их частное дело. Нет, это ваше дело. Извольте одеться. Что за мелочность, ребята? Я требую внешнего приличия. Когда мы перестанем игнорировать внешнее приличие? Во имя чего мы игнорируем учтивость? Когда мы, наконец, поймем, что всякое внешнее приличие имеет свое нравственное основание? Что вы в нас увидели плохого? Что вы хотите? Я хочу, чтобы наш юноша обладал синтезом лучших качеств во всех смыслах. Но это еще как понимать. Как? Как вы сказали? Послушайте, пожалуйста, немедленно увидите отсюда этих людей. То есть как увезти, Иван Владимирович Голубчик? Это же студенты приехали к вам на практику. Послушайте, если вы действительно студенты сельскохозяйственной академии, молодые люди, почему в ваших глазах я не вижу чувства радости, удивления? Я уже не говорю о благоговении и прочих там немодных чувств. Безобразие! Понимать надо, коль студенты вышли. Замолчи, профессор! Тьфу ты, Господи! Почему вы разлеглись? Почему не разбрелись по саду, уж если я сам для вас не интересен? Вот вы пойдите сюда. Как меня зовут? Не помню. Ленин знал мое имя и отчество, а вы не знаете, потому что вы не талантливый. И ваш профессор тоже, да? Павел Прохорович, Павел Прохорович. Здравствуйте, молодой человек. О, здравствуйте, Иван Владимирович. Что вы смотрите? Вы простите, я не удержался. Ведь рассматриваю, это очень любопытно. А что именно? Вот видите, вот эти верхние два побега, они длиннее. Толщина различная. Эх, голубчик мой, ведь это же гибрид черемухи и вишни. По двое у черемухи 5 лет, так. А глазок прививки мы взяли у 3-летнего дерева. Вот они дерутся, понятно. И руководит борьбой стала бы черемуха. Видите, она в верхах сильнее. Понятно. А внизу одолела вишня. Позвольте, позвольте. А ведь мы с вами где-то встречались. И не раз, Иван Владимирович. Я когда-то у вас здесь яблоки крал. Голубчик мой, так это вы, да? Я. Потом, вы помните, я вам в ревкоме грамоту именем революции выдавал? Помните? Ну, как же, как же. Вот видите, старею. Ведь каждый день вас вспоминаю, а вот встретил и забыл. Так вы учитесь? Учусь. Учитесь, дорогой мой, учитесь. Мир так не устроен, тут опытов, работы, терпения. Терпением-то я запасся на всю жизнь, с тех пор, как вы сказали, что вот все вот это вот, все принадлежит мне. Да? Ну, конечно, конечно. А что же это мы? А где же эти ваши товарищи? Вот. Зовите их сюда, такие сейчас. Славные и талантливые товарищи. Ребята. Товарищи, идите сюда. Вот, изволите ли видеть персиковое дерево. Сколько лет бьюсь, и ничего не выходит. Тысячи сеянцев и ни одного морозоустойчивого гибрида. И расщепляется то на персик, то на миндаль. То на миндаль, то на персик. Что делать? Голубчик, не расщепляться они не могут. Это закон. Вы себя так обставили законами, что не можете двинуть ногой. Что делать, я спрашиваю? Продолжать. Разберемся. Вот, вот. Назначаю его профессором. Передаю ему на счастье свою неудачу. Когда-нибудь народ поблагодарит его за северный персик. А вы потом подведете научную базу. Послушайте, Иван Владимирович, голубчик, я бы предпочел, наконец, поговорить с вами наедине. Потом я вас очень прошу, не оскорбляйте меня в присутствии студента. Ага, понимаю, понимаю. Степан, займись студентами, а я здесь побеседую с Евгением Григорьевичем. Слушаю. Окажите любезность. Благодарю. Пойдем, товарищ, не расходиться!
Куда побрели? Нет никакой моральности. Где вы находитесь? В Академии чудес Ивана Владимировича. Здесь дышать нельзя. А вам хихи да ха-ха. Силентий! Райду! Ходи сюда. Силентий, я тебе должен сказать, ты совершенно не умеешь разговаривать с людьми. Иван Владимирович. Подожди, подожди. Ты всегда вмешиваешься не в свой разговор, не даешь закончить мысль. Иван Владимирович. Да, помолчи. И потом ты груб и хвастлив с людьми. С людьми так нельзя обращаться. К нам приезжают с большими жизненными запросами. С людьми нужно мягко, деликатно. Так. Что, ага? Зачем ты закричал на студентов? Я на студентов? Это вы кричали на студентов. Вы оскорбляли молодежь. Кушанье их вам не понравилось. На вытяжку перед вами не стали. Все вам не нравится. Ученых ругаете. Каких ученых? А вот. Терентий, я за всю свою жизнь ни одного ученого одним словом не обидел. А зачем вы меня профессором дразните? Подожди, Терентий, у меня и так стеклянная голова. Что я хотел сказать, да? А, черт, я... А, так вот, не будем терять дорогого времени. Я буду заниматься опылением, а вы посмотрите мою стихийную эмпирику, и мы с вами тихонечко поговорим. Прошу на лестницу. Так вы на самом деле талантливейший эмпирик-дедуктивист. А вы канцелярист. Иван Владимирович Голубович, ну не оскорбляйте меня, нас могут услышать. Не беспокойтесь, здесь никого нет, здесь одни пчелы, они заняты. Ко мне приезжали ученые, они мне не цепляли ярлыков. Они шапки снимали в моем саду, а вы студентов привели, похожих на себя. И вот этого я вам никогда не прощу. А как вы были грубы с ними? Неправда, я был с ними строг. Да. Они мне дороги, а вам они безразличны. Вот поэтому вы с ними и добры от умственной лени и равнодушия. Ну, неправда, они меня уважают. Чепуха! Мою строгость они вспомнят, когда войдут в жизнь. Ну. А не ваш этот бархатный баритончик. Вы злы. Я никогда не думал, чтобы единение с природой могло так ожесточить человека. Не единение с природой, а борьба с природой и с любителями вроде вас. Так. Что вы сюда ко мне ездите? Что вас тянет ко мне? Почему меня не тянет в вашу затклую академическую канцелярию? Я честно хотел подвести теоретическую базу под все ваши эксперименты. Не хочу, у меня уже есть кому подводить это самое. Ах да? Кто же это? Сама жизнь. Ленин писал, читали? Наука становится силой, когда ею овладевают массы. Это словно про меня. Тысячи ученых из народа, все передовое, партийное, со всех республик тянется ко мне. Природа вечна. И студенты вас бросят, вас через 3 дня. Природа неизменна. Здор, я не говорю, что природа неизменна. Но natura non facit saltum. Природа не делает прыжков. Пускай не делают, я за нее делаю. Вы думаете, вот этот цвет яблони существует вечно? Чепуха! Измените внешние условия, и это яблонь через 1000 лет превратится во что-нибудь другое. Хотите, я изменю этот цвет в 5 лет? Да, голубчик, вот вы и забегали. Не, да, не хотелось, но приходится. Вот тогда будем подводить научную базу. Да, фокусы эмпирика. Но через эти фокусы мир просвечивается по-иному. Что, страшно вам меня? Я угрожаю вам? Ну, вы слишком много на себя берете. Да! Я принципиальный подражатель Дарвина и Тимирязева в советском государстве взял на себя много. Я не любитель природы, я деспот, я творец. Ну, все, хорошо. Диспут окончен. Благодарю вас. Благодарю. Я думал, что мы будем с вами говорить как ученый с ученым. Но то, что вы мне сейчас сказали, вся ваша запальчивость, ваша сектантская нетерпимость, игнорирующая всякие научные мнения... Не всякие. Простите, всякие. Это лишний раз доказывает мне, к сожалению, что все ваши талантливые эксперименты... Оставьте меня, пожалуйста. Оставьте. Слезай с лестницы. Ну, не, что значит, ну, что я голову обломаю? Ну, что вы делаете? Черт, меня укусила пчела. Ага, болтовни захотела среди цветов. А я здесь веду гражданскую войну. Ой, боже мой, я забыл предупредить. Терентий! Я здесь. А вам что здесь надо? Мы, Иван Владимирович, пришли сказать вам, что мы вас очень любим и уважаем. Только мы, когда пришли, сразу смутились, испугались вас и не знали, как... Я тоже. Когда вы было стали меня окружать, тоже оробел, а потом рассердился. Так вы нас простите. Ну что вы, что вы. Вот мы здесь с Евгением Григорьевичем о вас много говорили. Какой замечательный человек Евгений Григорьевич. Какой профессор. Какая эрудиция. Он меня здесь сильно потрепал. Но я, что верно, то верно. Кто-нибудь отстал из нас по теоретической линии? Простите,
что отстаивал свои несовершенные мнения. Что-нибудь не так сказал? Ну что вы, голубчик Иван Владимирович, это я виноват перед вами. Пожалуйста, нет. Да, идите и увидите там три яблони, которые я не применяю ни за что на свете. Такие необыкновенные яблони? Не, пока еще обыкновенные, но они уже вызревают за 68 градусом северной широты. Идите, Евгений Григорьевич. Да, да, Иван Владимирович. Между прочим, то, что я вам сказал на лестнице, это последний мой гнев, последние, так сказать, крошки. Черт побери, сам не знаю, почему к старости стал добрее с каждым днем. Ну, я очень счастлив, я. Значит, мир. Где мир? Какой мир? Где вы его видите? Ну, Иван Владимирович, голубчик, вы только что сейчас сказали, что это последние крошки гнева. Милостивый государь, прошу вас не придираться к словам. Имейте в виду, что помимо гнева существует и священная непримиримость. А у меня ее хватит на всю вашу академическую канцелярию. Я еще доберусь до вас. Из всех академических щелей вытащу на солнце. Иван Владимирович. Подождите, не раздражайте меня. Видите, не раздражаете. Ага, да. Терентий! Давай сюда студентов, назад. Закройте глаза. Теперь представьте себе карту России. Проведите 500 километров с севера на юг и несколько тысяч километров с запада на восток до самого океана. Теперь подумайте, сколько миллионов детей не имели там счастья видеть цвета плодовых. Прикиньте, километры, тонны, столетия, радость миллионов, добро. Ну вот, а теперь идите.